Чебоксарах стал еще одним спортсооружением больше. В Новоюжном районе столицы республики открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором разместится и спортивная школа имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова. Чебоксары по праву называют городом побед. Имена олимпийцев вошли в историю мирового спорта. Более 5000 юных чебоксарцев профессионально занимаются спортом. Ежегодно в столице Чувашии проходит более 400 соревнований различного уровня. Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса – это еще один шаг на пути к новым спортивным вершинам. Ежегодно открываем новые спортивные сооружения и объекты. Единственной целью, чтобы каждый мог подобрать любимый вид спорта и с семьей, и с друзьями, и с подружками могли сходить, позаниматься. Одновременно в новом спорткомплексе могут заниматься до 150 человек. Для жителей Новоюжного микрорайона, Южного поселка, поселка Альгешево, действительно важное событие. И это важно то, что в первую очередь для наших юных горожан, они уроки физкультуры, близлежащие школы могут проводить в этом физкультурно-оздоровительном комплексе. Приятным волнением были охвачены все, кто с нетерпением ожидал открытия комплекса. Прежде всего, это более 400 воспитанников спортшколы и даже ее руководитель, кому волнение в спорте обычно мало присуще. Я, честно говоря, наверное, не волновался так сильно, как сегодня, когда даже выступал на самых больших международных соревнованиях. Стою я здесь, а сзади замечательный, новейший спортивный комплекс. И мы знаем, что много-много вот этих мальчишек и девчонок сюда придут плавать, заниматься боксом на тренажерных снарядах. И они будут получать здоровье, уверенность и силу. Мы ждем вас. ФОК по Игерскому бульвару включает в себя просторный спортзал для занятий боксом, специализированный зал с боксерскими мешками, а также 25-метровый бассейн с 4 дорожками и 2 тренажерных зала. Основные виды спорта – это бокс, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Старт дан! Вперед к олимпийским победам! Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.